преподаватели и студенты. Сегодня мы рады приветствовать вас в зале Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Вашему вниманию представляем концерт преподавателя по классу фортепиано, директора школы искусств имени Петра Ильича Чайковского города Ош, Мадаминова и Мукарам Таптасоновны. Поприветствуем солистов концерта. Ученица 3 класса Ташходжаева Минора. Учащаяся 5 класса Тимиркулова Айпиви. А также поприветствую преподавателя наших учащихся Мадаминову Мукарам Таптасоновну. В начале нашего концерта просьба ко всем слушателям беззвучно поставить ваши сотовые телефоны. Спасибо. В репертуар концерта вошли произведения русских, советских, кыргызских, зарубежных и современных композиторов. Обязательное особое место занимает полифоническое произведение. Полонез – польский танец. Полонез носит характер торжественного блестящего шествия. Пьесы под названием «Полонез» встречались в сюитах 18 века, в частности, в нотной тетради Анны Магдалины, Иоганна Себастьяна Баха. Бах – «Полонез». Исполняет Ташходжаева Минора.